Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood. Ну что же, пойдем включим генератор и будем ждать гостей в наш домик. Так, включаем. Ну, заправлено у нас по полной программе практически. А, мы можем даже с вами еще дозалить горючки. Хотя, с одной стороны, в принципе, ребята, нам этого и не надо делать. Все равно мы с этого домика будем сруливать в глухой лес. По-моему, нам уже пора там обосновываться. Ну, так как время уже позднее, будем еще торчать здесь. Так, ладушки, с бензином у нас проблем нету. Со светом тоже. Какой же вот тут, блин, пароль должен быть, а, ребят? Локация-то самая первая. По идее, тут должен быть сразу ответ. Прям какая-то интригующая загадка. Ну что же, двери мы подперли. Что у нас тут на верстаке? Угу, капканы. Все, больше мы ничего не сделать не можем. Коктейль Молотова нам здесь не нужен. На лампу нам не хватает тряпок. В принципе, и все, я думаю, достаточно на этом. Можно, конечно... было бы и выложить кое-что. Факел, факел. Но факел нам в дальнейшем пригодится. Это однозначно, чтобы сжигать всякую плесень, которая там у нас расплодилась. В некоторых домах, в некоторых зданиях, даже через тот же элементарный проход, когда мы проходим с вами в глухой лес. Помните, да? Так, ладно, закрываемся. Опа, 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 она уже заскрипела. Так, и знаете, что я хочу предпринять? Здесь у нас капкан стоит. Надо где-то вот тут еще один поставить. Так, давайте его выберем. Вот сюда я спрячусь. А капканчик у меня будет стоять где-то вот в этом районе. Как раз он пойдет. Даже если он ко мне ломанется, он в него попадет. Все, шикарно. Остается только ждать и уповать на везение, что эта ночь пройдет легко у нас. Ну, если честно, я в этом сомневаюсь. Но деваться-то уже все равно некуда. Так что выжидаем. Время у нас 11 час пошел. Осталось ждать совсем немножко. Главное, чтобы не были эти призраки, которые любят гасить свет и нападать в темноте. Дайте-ка я поближе, наверное, лампу эту подвину к себе. Вот так. Ну что же, ждем, ждем. Выжидаем. Опа-на, уже явился, вы прикиньте. Хе-хе, вляпался. Блин, я не знаю, выходить его закалывать или здесь простоять. Ну-ка, да черт тебя подери. Ладно, давайте, наверное, мы сделаем так. Ё-моё, зачем я дверь сломал? Ну-ка, не хватает у меня сделать обратно дверь. Что у тебя, тряпка и пустая бутылка? Ну, как я вам и говорил, эти аборигены нажрались и ночью начинает буянить. Делать нечего, будем здесь стоять. Хотя можно, в принципе, перебежать туда поближе к капкану. Спасет ли меня это, я не знаю. Оу-оу-оу-оу-оу. Черт, только не собаки, а. Блин, вы посмотрите, ребят, я всего лишь два раза ударил этими вилами, и уже энергии у них не осталось. Так, конечно, мы далеко не уйдем. Надо либо укреплять, либо делать новые. Что-то мне не нравится это дуновение ветерка.
На улице смотрите, что происходит. Всякие завихрения, видимо, как туман. Но, тем не менее, уже 5:00 утра. Пока никого, ничего не видно, не слышно. Очень странно. Может быть, выйти прогуляться? Интересно, а если взять, например, эту лампу и выйти с ней на улицу? Ну, я имею в виду, тащить. Что будет? Наверное, этого еще никто не пробовал. Тихо. Потому что у меня не было, ребят, ни одного бинта. Вот я сделал, чтобы, мало ли что, раны себе перевязать. Ну что же, смотрите-ка, наступает утро. Я слышу приятный тревожный звук. Так, и в то же время что-то тут заскрипело. Оу, щет! Какого хренуса? Черт подери, это ж надо. Под утро псина прибежала. Прям нежданчик какой-то. Но тем не менее, все. Давай. Восход, отлично. И у нас 13-й день. Ну что же, торговец, давай-ка, что ты нам расскажешь. Давай поторгуемся. 124 репутации, мало. Что это за газовый баллон? И с чем его едят, а? Удар по вентилю, да? Приводит к взрыву. Ну, мясо, в принципе, можем продать смело. Оно нам не нужно. Веревка, тряпки, батарейки. Мне бы, конечно, здесь нужна ткань. Но слишком дорого она стоит для нас сейчас. И такой роскоши мы себе позволить не можем. Так, пойдемте вырубать, наверное, генератор. Сейчас, подождите секунду. Что нам здесь нужно? Давайте, наверное, заберем таблетки. Сразу их объединим. Две таблеточки. Хорошо, я так и не понял, что они делают. Ну, если честно говоря, я даже их не пробовал есть. У нас, значит, в инвентаре есть 3 бутылки и 5 бутылок здесь. Вот так вот сделаем. Металлическая трубка. У нас еще аккумулятор. Все это для чего-то нужно. Ну-ка, давайте починим. Ага, все замечательно. Вилы починили. Ну-ка, торгаш, давай-ка таблеточки мы тебе сбагрим. Ну что же, 60, довольно неплохо, я думаю. Итого 194. Да, до ткани нам как до Китая. Ладно, все, пойдемте вырубать уже генератор на самом деле. А то он просто так в холостую там работает. 8:00 утра. Давно его пора выключить. Добрались мы до глухого леса. И какой-то там говнюк, смотрите, ходит. Не могу понять, кто такой. Честно говоря, не особо хочу я это проверять. Нужно найти нам наше убежище. Сломанный грузовик. Где-то здесь он должен быть у нас. Ага, вот оно. Черт подери, вот я лопух. Если я бежал вот сюда, почему я не взял с собой все вещи из старого дома? Ай, да. Сглупил так сглупил. Ну что же, давайте, наверное, сбегаем к этому. Как его звать-то? Петрик. Где он там у нас сидит? Ну вот, если дом, он практически должен напротив нас находиться. Ну, здесь в генераторе у нас бензина еще хватает. Это хорошо.
Интересно, у нас что, сегодня опять погода нелетная? Вроде бы 2 часа дня почти, а на улице темень. Здесь ничего нету, пусто, все давно уже собрали. Ну да, да, ребята, погода дрянь. Начался дождь, и так хреново было видно, сейчас вообще ничего не увидим. Так, здесь у нас труп взорвавшийся лежит до сих пор. Кстати, я понял одну вещь, что трупы лучше обыскивать те, на которых сидят вороны. Сразу можно сказать, что он безопасен. Ну где этот Петрик-то, елки-палки, а? Петручо, покажись. Где твой домик-то, елки-палки? Так это что еще тут у нас такое? Открыта новая локация, жертвенник. Ага, здесь мы не были. Какая-то рухнувшая, я не пойму, церквушка что ли? Гвозди, полено и камни. Ну, давайте продвигаться тогда дальше. О, елки-палки, я его и не заметил. Черт подери, за мной бежит, наверное, да? Это же гадина просто так не отстанет. Тикать, 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 пока есть выносливость. Слушайте, а этот дом не Петрика у нас случайно? По-моему, мы дошли. О, тут гвозди, доски. Как это я так упустил эти замечательные вещи? О, еще и веревочка в колодце была. Ха-ха. Хотя это не колодец, это непонятно, что вообще. Ну что, давайте через заборчик шмыганем. Так, погоди-ка. А, это груда металлолома. Неаккуратно сваренная причем. Канистра нам нужна. Колесо трактора, мусор. Так, здесь нам мы можем пройти, но зачем? Так, дальше нам туда не пройти никак, это однозначно. И кастрюля с мясом. Опять же, с собачьим, наверное, или со свиным. У них у обоих одинаковое мясо почему-то. Ну, по-моему, вот это дом Петрика. Давайте-ка зайдем, проверим. Я уже, честно говоря, забыл. Сидит голубчик там, не вижу я. Так, лампа не работает. Да-да, именно он. Ну что, красавец, заберем это все. Черт, гриб гнилой нам не нужен. Он уже испортился. А вот панцирь нам пригодится. И детали тоже, кстати. Черт подери, ну вот как так вот не могут заменить, а? Елки-палки, придется вот так делать. Давайте выкинем эти грибы. А ящик с инструментами поднимем. Улучшить предмет, починить. Вилы надо... Ага, не имеем металлолома. Хм. Ну, вроде бы как и все. Ну-ка, Петрик. Что у тебя тут есть хорошего? Ну, я бы не сказал, что что-то у тебя тут есть. Все то же самое, как у обычных. Карта старой рощи. Соточку стоит. И провод. Кстати, провод этот тоже не знаю, куда он нужен, но, видимо, для чего-то понадобится в дальнейшем. Там еще цепь лежит. Так, у меня нет места в рюкзаке. Все. Ёлки-палки, как быстро летит тут время. Уже 5-й час. Я еще толком ничего не сделал.
Хотел, как говорится, прошарить эту карту. Тихо, тут что у нас? О, гвозди-то хорошо. Нет места. Да и хрен с этим поленом, и без него обойдемся. Что ж, давайте направляться тогда к нашему убежищу. И будем опять же подготавливаться ко встрече. Разжечь печку. Ну, конечно, разжечь. Как же без нее-то? Печка снова горит. Так, эссенции у нас нету. Значит, мы ничего пока делать здесь не будем. Верстак. Давайте с вами лампу сделаем и выложим много чего из нашего инвентаря, наверное, на верстак. Да, кстати, нам еще пригодятся бинты. Надо будет, наверное, сделать их проспиртованные. Все, замечательно. Ну, а остальное можно и выложить. Вот этот гриб, нафиг он сдался, а? Гнилой. Так, давайте батарейки. Картофель, я так и не понял, для чего он. Суп варить, что ли? Никто его не берет. Никому он не нужен. Так, инструменты выкладываем. Это нам пригодится. Панцирь тоже выложим. Так, гвозди тоже пока нам не понадобятся. Так же, как и веревка. Так, вторую тоже объединим их сразу. Слушайте, камни эти, блин, может их вообще никогда не собирать? Зачем они нужны? От них толку никакого, занимает ячейку целую. Ну, вроде бы как и все, ребята. Остальное нам понадобится. Время уже 20:00 идет. Так, надо тут укомплектовать все хорошенько. А то тут, сами видите, блин, сплошные дыры. Включим генератор. Да кто там все шарится, не могу понять, а? Оу, оу, тихо, 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 куда, куда? Время-то еще раннее. Черт подери. Блин, он меня вместе... Да ладно, блин. Ванну мне разбомбил, вы представляете? Ну, гнида, а. Так, давай-ка его заколем. Блин. ХП, ХП. Пипец. А что это за дерьмо-то вышло такое, блин? Это даже не обычный какой-то абориген с двумя рожками. День 14. Глухой лес, блин. А. Ладно, хоть начали отсюда, и то. Так, доска у нас с гвоздями. Ну что, торговец, ничего ты мне не дал, ни очков репутации, ничего. И это очень плохо. Блин, ну офигеть, абориген зашел, да? 10 часов только вечера было, он уже приперся и накумарил меня с 3 ударов. Ха. Жестко это было. Ну, а коли у нас времени сейчас много, мы, пожалуй, с вами побегаем по карте и заодно поизучаем ее. Так, что нам еще пригодится здесь? Коктейль Молотова. На всякий случай, как говорится, на дорожку возьмем. Не знаю, бензин, может быть, и пригодится, а может быть и нет. Не хватает нам улучшить наши вилы. Да вообще, по-моему, пора делать уже лопату в конце-то концов. Ладно, побежали, посмотрим, что нас ожидает там впереди. Так, лагерь... А, лагерь оборотня мне еще нужно найти. Ё-моё, я и забыл совсем про это-то. Это как бы идет основное задание у нас. Чёртовы поганки, а! Траванули все-таки. Что там заскулило? Так, ну здесь, наверное, отмычка нужна, да? Да, с помощью отмычки только можем открыть. А у меня нет никаких отмычек, ладно. Не беда, потом как-нибудь... Ага, это у нас грузовик. Значит, мы идем по краю карты. И, в принципе, если идти прямо, выйдем как раз на логово оборотня. Надо держать именно вот такой курс. Где-то псины запели. Что?
Что-то как-то тихо и подозрительно. Ага, смотрите. Вот такой вот чудило на меня напал. С мочалкой на голове. Урод. Ну где тут лагерь-то, елки-палки, этот оборотня? Уже, по идее, должен появиться. А здесь, походу, я был. Бутылка валяется. Так, а вот здесь у нас не подобрано ничего. Значит, мы пробежали просто мимо, видимо. Это что у нас такое? Что это за здание? Я не помню. Какой-то лагерь. Сейчас мы проверим. А, это... генератор, который напругу дает на свиноферму. Но, по-моему, мы сейчас ничего сделать не сможем, потому что здесь нужно запустить генератор, а в нем, естественно, нету горючки. Она уже там кончилась давным-давно. И все тут у нас пусто, подобрано уже давным-давно. Вот единственная загадка, как попасть на эту свиноферму, где находится свиноматка. Так, мне бы ее завалить. Ну, если, конечно, вообще ее надо убивать или нет. В чем прикол-то? Ладно, нефиг тут делать, пора нам выбираться. Нам нужен лагерь оборотня, в конце концов. Опять у нас какие-то трущобы начались. Трупец. Взорвавшийся. Значит, я здесь тоже пробегал. Ага, помню, помню я. Давайте тогда заберем все, что тогда не унесли в этот раз. Гвозди. Так, здесь, наверное, тоже гвозди, поленья, камень. Этих ресурсов здесь очень много, и это хорошо. И смотрите-ка, рюкзак, который я тогда потерял. Ха-ха. Ё-моё, это же еще самый первый раз, когда я здесь был. Вот они, рога, металлолом, 21 гвоздь, тряпка и целая канистра с бензином. И, как всегда, у меня закончилось место, и я не знаю, куда это все ложить. Может быть, выбросим хлеб? Хоть он и съедобный. Блин, вот почему нельзя положить? И осталось у нас только что канистра с бензином. Ну, ее-то по-любому надо забрать. Камни выбросим. От них толку вообще никакого. Так, хлеб, канистра с бензином. Все. Пошли отсюда подальше. Кстати, вот здесь должен быть уже и лагерь оборотня. Оу, я вижу костры, значит, где-то здесь. Открыта новая локация, лагерь оборотня. Ну что же, сейчас твою вонь слышно за километр, мясо. Чтоб меня, я не верю своим великолепным глазам. У тебя получилось, должен признать, ты довольно ловкая дохлина. Оборотень улыбается, обнажая ряды острых зубов. А теперь конкретней. Пойдешь по дороге в юго-восточной части глухого леса, она приведет тебя к деревню, где живет старая корга, смердящая курами. Поболтай с ней, может, узнаешь что-нибудь новое. Но будь осторожен, дорогуша, не ведись на ее приветливую рожу, ибо это самолюбивая сука, которая держит у себя в доме за закрытыми дверями то, что ей не принадлежит. Кое-что, чего я страстно жажду. Принеси мне ключ от этой двери, и я расскажу тебе, где найти твою пропажу. Все по-честному, а, дорогуша? Ключ за ключ, ну и хорошо. А теперь иди. Давай, за дело, вали уже. Ну ты, волчара, и припух. Ладно, придется, наверное, нам с вами отправляться. Здесь у нас ничего хорошего нету. Абсолютно ничего. В принципе, мясо только можно продать. А, рога, можно еще и рога. Давайте подтверждаем. И у нас получается 111 очков. Но все равно же мы ничего не сможем купить. Ладно, хрен с ним. Пойдемте далее.
Знать бы, где этот юго-восток еще. Смотрите-ка, все под паролем. А здесь то же самое. Вот хитрожопый. Закрыл все сундуки, а? В общем, я предполагаю, что нам нужно идти наверх. Убежище в старой роще. Может быть, нам туда надо? Ладно, пойдем и проверим, что будем гадать здесь сидеть. Открыта новая локация. Мост. Не понял. Трупец шевелится. Так, лучше обойдем его от греха подальше. Оу, нет, только не вот эта тварь. Мы с такой уже как-то в свое время столкнулись. И ничего хорошего из этого не вышло. Так, ладно, вот так вот попробуем обойти. Тихо, тихо, тихо. Не выделывайся там. Ну, вроде бы как обошли. И вот здесь где-то должно быть у нас убежище. Кстати, мы, по-моему, перешли уже на новую карту, если я не ошибаюсь. Да, старая роща. Я, наверное, опережаю события. Я еще там-то не все сделал, а уже в старую рощу рванул. Опа-на, здесь можно переночевать. Бензина ноль. Хорошо. Так, а тут у нас что? Ага, гвозди и поленья. Так, вот здесь, по-моему, проходик у нас. Ага, вижу. Грибы. Но нет места в инвентаре. Так, шкаф. О, верстак. Вот это хорошо. Блин, ё-моё, а. У меня и там пристанище, и теперь еще здесь. Хоть разорвись. Но, по большому счету, мне нужно сделать задание в глухом лесу для начала, а потом уже здесь. Ну, раз я уж сюда пришел, давайте посмотрим, обшмонаем все. Ядовитые грибы, конечно, мы забираем. Получилось. Не хватает досок заколотить окошко. Здесь немножко горючего у нас и 6 гвоздей. Сломанный генератор. У нас здесь должна быть где-то печка. Надо ее найти и активировать. О, еще грибы. Уже большие. Шикарно. Тут ничего нету. Абсолютно пусто. И здесь тоже тишина. Ну-ка, шкаф обыщем. Записка. Кого они нам присылают? Мальчик ушел. Всю ночь он говорил что-то о каком-то Марике. Это то ли его младший брат, то ли сын, не знаю. От скуки или от стресса у него начался такой словесный базар, что это невозможно было выдержать. Третью ночь подряд мы пробовали его успокоить, но это же мальчик. Лучше не рисковать. Я залез в спальный мешок с головой. Я бы лучше задохнулся в собственной воне, чем дальше слышал этого идиота. Когда стало тихо, я понял, что его нет. Он ушел рано утром и забрал всю экипировку. И еще 3 литра воды, спальник, радио, пистолет, горючее, любимый огнемет и свой везучий камень. Оставил только одежду. Мы думаем, сообщить ли об этом. Никому не улыбается перспектива искать в лесу психопата с огнеметом. Хоть бы он ночью не вернулся обратно. Мы сообщили об его исчезновении. На поиски пришлют 7 людей. Мы возвращаемся тоннелем. Да, непонятно, про кого здесь идет разговор. Ну, кто-то от кого-то смылся с огнеметом, и этот псих где-то гуляет здесь на свободе. Ну, мне нужна печурка. Ребята, мне нужна печка в обязательном порядке. Чтобы я мог активировать это здание. Как убежище в этом плане. Ну, тут стул, это нам не нужно. Шкаф. Горючие, таблетки, тряпки.
Оу, и еще грибы. Кстати, вот печка нам еще нужна будет для того, чтобы сожрать как можно быстрее грибочки, пока они не испортились. Ага, вот она, вижу я печку. Давайте ее растопим. Печка снова горит. А теперь будем лопать грибы. Слушайте, довольно лихо нам подняла эссенцию. Ядовитая кровь. Кровь будет ранить врагов. Раз в день около минуты видеть все вокруг. И раз в день можно бежать без потери выносливости. Трус. Так, при уроне угол обзора уменьшается, и яды наносят урон. Значительный причем. Давайте, наверное, изучать с вами ядовитую кровь, чтобы они подыхали от крови своей же. И вот этот трус. Потому что ядов здесь много, и я не хочу, чтобы их эффект был в два раза лучше. Поэтому выбираем трус. Все, подтверждаем. И по ходу дела нас опять торкает. Я надеюсь, на этот раз не какое-нибудь там болото или еще что похуже. Давайте нормальную локацию мне. Или вообще пускай пройдет это все как сон. Угу. Я не могу сейчас этого сделать. Этот запах травы и деревьев. Земля прогибается под моими ногами. Небо приятно колышется. Это что такое? Букашки ползают всякие, да? Походу дела так оно и есть. Куда я вообще иду? Наверное, это здесь. Что именно? Оу. Ой, как неожиданно. Совершенно обычный мертвый человек с улыбкой на лице. Ты выглядишь очень уставшим. Ложись рядом. Прижмись к земле. Деревья так приятно шелестят. Так красиво поют. Слышишь? Я слышу только воронье. И мне не нравится. Это обычно король... Куда труп исчез? Так. Оу, щет! Слышишь? Так, успокойся. Блин, она будет за мной... Слышишь, как они поют? Да отцепись от меня, что делать-то надо, а, ребят? Черт. Лечь, может. Там, наверное, не очень удобно, не знаю. И это что, надо было мне лечь в эту яму? Получается так? Эко торкает нас в последнее время, я смотрю, по-жесткому. Слушайте, я даже ума не приложу, как вот этот дом можно оборудовать под защиту. Столько дверей, столько ходов. Ну, просто жесть. Да, будет очень-очень сложновато все здесь сделать. И столько окошек. Задолбаюсь заколачивать их. Вот тебе проблема. Не было печали, как говорится. Ну, давайте тогда вот здесь, наверное, поставим. Но все равно я считаю, что это глупо. Находиться здесь ночью без генератора. Без света. Что за дом, в котором сломан генератор? Ну, бред полнейший, а. Давайте... Так, у меня еще и... Лампочка скоро подойдет к концу. Ой, не знаю, 7 часов, 8 час... Да ядрить тебя на корень, ну как так-то, а? Ой, блин. Последний свой капкан истратил. И попал же в него сам. Дурик, а? Ну что, здесь у меня закрыта дверью. Там у нас тоже прикрыта дверью. Еще и стульчик я поставил, как подпорку. Единственный вариант это спрятаться. Так, давайте. Вот сюда, может. Нет, если он даже вляпается. Хотя до меня не должен дотянуться.
и встать вот в этот вот уголочек. Чё-то, честно говоря, жутковато мне без света здесь находиться. Но, как я вам еще раз говорю, подбежал я к генератору, а он оказался сломанным почему-то. Сигнальный факел. Все, 9-й час наступает. Сейчас скоро вий поползет. Давайте-ка вот это вот выбросим все сюда, ребят. Знаете для чего? Чтобы при смерти много чего не потерять. Лучше оно пускай здесь лежит. Так, тихо. Оу, щит. Это кто там такой? Так, ну капкан стоит. Хорошо, ладно. Главное, чтобы меня не подвел мой фонарик. Если он потухнет, все, это будет кранты. Кто там идет, а? Похоже на собак. Оу! Поползли букашки. Неужели сейчас свет потухнет? Черт, только не это. Это что такое? Что, черт подери, там происходит, а? Все. Ноль-ноль. Самое время. Нет, 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 факелок. Факелок, какой факелок? Фонарик. Только не потухай. Ё-моё, всё. Потух. Как же вовремя. Ё-моё, все, аномалии полетели. Ну, сейчас меня здесь и завалят. Без света, как вы знаете, ребят, тут все. Просто жесть. Ну, вот это вот как назвать? Это назвать попался опять же в свой капкан. Дурость. Что за хрень-то, не могу понять, на земле. Откуда тут взялся ядовитый вот этот плесень или как? О, все, все, все. Все, запинали. Но я с этого же дома начну, ведь так? День 15. Да, с этого. А что тут происходит, вы посмотрите. Так, торгаш. Мужчина с трудом снимает с плеч мешок и сгибается пополам, будто ему не хватает воздуха. Он отряхивается, а потом закатывает рукав маленькой ему куртки. На предплечье я замечаю новую надпись. Лес хочет тебя сожрать. Ты идешь прямо к нему в пасть. А как будто я не знаю, блин, куда я иду. Что тут можно купить? На 194 репутации. Да ничего. Металлолом. Ладно, фиг с ним. Этого будет достаточно. Черт подери. Вы посмотрите, что в моем доме творится. Все заросло плесенью. Причем везде. Ребята, нужна помощь. Если кто смотрит видосики, подскажите, как от нее можно избавиться. Мне почему-то кажется, что если бросить коктейль Молотова или как-то поджечь, не знаю, какие тут могут быть варианты, или она вообще не истребляется. Так, ну что, торгаш, что у тебя вообще есть? Таблетки. Факел. Я хотел посмотреть, что делают факела.
по идее, должны заменять этот, как вам сказать, лампочку на какой-то промежуток времени. Что-то как-то... как-то не ахти. Она светит, если честно. Ладно, давайте выходить тогда через окошко. И дальше смотреть, что можем тут найти с вами. Карта абсолютно не изученная. Так что можно идти в абсолютно любое место и что-нибудь обязательно найдем или на что-то напоримся. Вообще не пройти, смотрите, все запланили. Слушайте, я был в самой верхней комнате, которая идет направо. По-моему, я ее прошел мимо в прошлый раз. Давайте-ка глянем, что там у нас. Что? Генератор? Вот, ребята, блин! Вот он, где работающий генератор, оказывается, стоит. А тот сломанный, я вообще не знаю, для чего он. Ой, да. Вот что значит плохо просмотреть дом. Колодец я не могу починить. Ладно, будем тогда с вами двигаться. Крест. Значит, какая-то церквушка должна быть. Или что-то в этом роде. Что это у нас такое здесь? Забор поломанный. Так ведь валяется, что ты не проходишь-то, не пойму я. Опа-на, это что такое? Пентаграммы всякие. Могилы, что ли, или... Кладбище. Точно могилы. Надгробия. Это что? Стенка от церкви? Так и есть. Сгоревшая церковь. Ну-ка, давайте посмотрим хорошенько, что здесь у нас. Рюкзак. Тряпки. И металлолом. Интересно, а кто этот рюкзак здесь мог оставить? Кого-то здесь уже в свое время подчикали. Спуск. Ага, ну конечно. Все под замками. Так, обыскать полку. Ух ты, штык-лопата. Это хорошо. И смотрите-ка, и здесь генератор. Грибочки заберем в обязательном порядке. Они нам пригодятся. Можно открыть с помощью отмычки. Нафиг я буду открывать эту дверь с помощью отмычки, когда я могу просто отсюда выбежать. Ну, как-то меня терзают большие сомнения, что эта циркушка здесь просто так. Все-таки есть проход вниз, но он под паролем. И где-то должен быть ключик, пароль. Надо только его найти. Время 11 час, ну, в принципе, нормально. Можем пока еще здесь побродить. Хотя, если честно, я бы с удовольствием вернулся в самую первую локацию и начал забирать потихоньку оттуда манатки и переносить их. И переносить, скорее всего, во вторую локу. В глухой лес. Потому что в сосновой роще... Оу, псина. Бежит, блин. Я думал, не додумается пробежать. А смотрите-ка. Черт, промазал. Беги. На, блин. Ты посмотри на нее, а.
Да что ты промахиваешься, олух, блин. Черт подери ее, а. Готово. У нее, кстати, должен быть... Вот, да, именно вот этот кусок странного мяса, который очень хорошо пополняет эссенцию. Для начала пойдем, наверное, сходим к печке. Сожрем этот кусок мяса. О, у нас еще два гриба даже есть. Ух, шикарно. Третий глаз. Мы сможем с вами... Давайте вот, наверное, бегун изучим. Можно просто бегуна изучить? Можно. Ха, это хорошо. Я думал, нам придется еще негативку изучать. Но, как видите, обошлось. Ну что, время-то еще раннее. О, тут еще странный гриб. Как это вот все я не прошмонал, а? Давайте-ка его употребим. Ну что ж, довольно неплохо, неплохо дает. Теперь придется мне через окно выпрыгивать, запрыгивать, потому что там невозможно пройти. По земле везде эта срань разбросана. А она меня травит. Очень мало хп у меня еще к тому же. Зря я, наверное, пошел исследовать территорию. Оу, щит. Трупоед там бегает. А он вообще бежал за мной? Что я так испугался-то? Шкаф, шкаф, шкаф пусто. Ничего здесь нету. Станок, точнее верстак. Ух ты! Мы улучшили с вами верстачок. И у нас уже, ого, броня. Хм, нужен панцирь, а панцирь у нас в первой локации, в самой. Пистолет малокалиберный. Надо все делать, надо делать и пистолет, я думаю, и лопату, и броню. А для этого нужно возвращаться аж в самое начало. Блин, как же неохота это делать. Жалко, нет никакого портала. Зашел, оп, оказался там. Ну что же, тогда придет... Оу, тихо, тихо, тихо. Черт подери, у меня хп-то очень мало. Лишь бы не промазать. Не вижу нифига. Ой, дурила. Да. В последнее время мой персонаж погибает раз за разом. И причем не только ночью, но и днем. Ладно, шутки в сторону. Нам пора бежать в первую локу, в самую. Забирать там все барахло и перетаскивать его сюда потихоньку. Или же сюда, или в глухой лес. Но в первой локации нам абсолютно делать уже нечего. Так что побежали. А вот и дом, милый дом. Где мой верстачок? Так, закрыли. Ну-ка, давай-ка делать. Ну, естественно, мы будем с вами легкую броню. Я не знаю, как она будет работать. Не хватает металлолома. Да черт бы тебя побрал, а. Отмычку хотя бы сделаем. Ну и как бы все, больше мы пока тут сделать ничего не сможем. Ну что, по времени у нас 7 час, придется, скорее всего, нам здесь переночевать. Ну а на этом я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже в следующем видосике. Всем пока и до скорого!